действительно пара, которая уже нашла много оттенков в своих танцевальных взаимоотношениях. И еще одна пара. И нам очень приятно, что на паркете Андрей Зайцев и Анна Кузьминская, юный танцевальный дуэт, который, как я уже говорил, успешно выступает на молодежных турнирах. Они стали финалистами чемпионата Европы, впервые выступая на взрослом турнире. Наблюдая за этой парой, за тем, как они растут, я думаю, что если все будет складываться успешно в их танцевальной жизни, в их творчестве, то это, несомненно, пара, которая имеет все шансы в будущем стать и чемпионами Европы, и чемпионами мира, и лучшей парой в латиноамериканских танцах. Может быть, пока еще чуть-чуть молодо выглядят, но у них все впереди. Великолепные танцоры. Великолепное владение телом, настолько естественный, естественно быстрый, легкий танец и в то же время великолепные мышечные ощущения. Очень приятно.